О май гад. О май гад. Что это такое? Сэндо, что вы сделали? Это матрас Хюга Эффект Кюньон Баланс. Матрас Эффект Баланс. Я читала адрес на английском языке. Такой адрес я не видела в Корее. Кёна, это так подделка выглядит. Это не корейское. Наверное, это опасно, да? Ну, это очень хорошая прокладка. Всем привет, дорогие! Это Кёна. Как у вас дела? Я сегодня хочу посмотреть фикс прайс магазин в интернете. Оказывается, у них даже интернет-магазин есть. И там я увидела... типа корейская косметика, поэтому хочу с вами поделиться и потом хочу себе заказать эти косметики. Ну-ка, поехали! Когда я посмотрела фикс прайс магазин в интернете, там очень много показывает бренд Мирине. Я не знаю, откуда они брали это имя, но это супер чистое настоящее корейское слово «Млечный путь». Это не все корейцы знают это слово, но очень красивые слова, очень хорошее название. Но когда я посмотрела, Мирине косметика в Корее вообще не существует. Поэтому я предполагаю, что они сделали этот бренд для экспорта. Не внутри по Корее, а для продажи в СНГ странах. Там написано Superfood. Superfood это обычно мы называем брокколи, потому что это супер хороший овощ. Ну, я думаю, они сделаны в Корее, потому что тут написано Made in Korea. Поэтому хочу посмотреть, какой адрес, в каком заводе. У нас в Корее 6 или 7 большие заводы для косметики существуют. Например, Кольма, они не берут, даже вы оплачиваете много и дорого. Очень тщательно проверяют, для какой тел они продают. Cosmex, Cosmeca, Imiin и Encos, и такие заводы очень хорошо производят косметику. А здесь я увидела завод, где производили Gutri Cosmetics. Здесь на корейском адрес написано, давайте посмотрим. Gutri Cosmetics. О, кстати, есть, этот завод находится в Корее. В Инчоне, я думаю, маленький завод, но все равно существует. Они из этого завода заказывали и продают в России, насколько я понимаю. Там хурма и авокадо очень интересные сочетания. Даже на корейском правильно написано описание. 세안은 토너로 피부결을 정돈하는데 마스크팩을 꺼내고 눈과 입을 주위에 제한 얼굴에 아, 다다다. Еще увидела средства для лица Anti-Age Formula Флорисант. Там азиатское лицо, азиатской внешности. Я думаю, что она кореянка. Здесь непонятно, в какой стране производили, потому что нет информации. Ну, я думаю, что это тоже очень хорошо продается. Вот. Это тоже закажем потом себе. Много маски и косметики, которые очень похожи на корейскую косметику, поэтому даже я не могу отличать, что корейское, где производили, в России или в Корее. Патик для глаз Кроля Funny Organics. Там в корейском написано Токи. Это очень мило, красиво. Мне очень нравится, как они написали и рисовали милые кроли. Интересно, где производили эту косметику? Ну, производили в Китае. Я читала адрес на английском языке. Я думала, это Корея, но оказывается, такой адрес я не видела в Корее. В Китае производили. А только они написали на корейском языке, на упаковке Токи, кроли. Наверное, корейская косметика популярная, поэтому так написали. Кстати, мои подписчики, многие отправили фото этой прокладки и говорят, Кёна, это так подделка выглядит, это не корейская, наверное, это опасно, да? Ну, это очень хорошая прокладка, в Корее тоже популярна. Это самая популярная прокладка в Корее, поэтому вы можете доверять и пользоваться. 2.9 рублей, это невозможно. Кто знает, тогда скажите, пожалуйста, это невозможно. В Корее тоже это не дешево продается. Ну, упаковка
как оригинал выглядит, но все равно осторожно. Кстати, хочу вам рассказать, крем для лица Невская косметика в Корее очень популярна. Крем морковки от этой марки по всей Корее продались, все продались. Корейцы полетели во Владивосток, закупали, из-за этого, говорят, Невская косметика цена чуть-чуть дороже стала. Но все равно среди корейцев это очень популярная косметика. Если вы хотите что-то подарить, тогда вы можете подарить эту косметику. Также косметика «Чистая линия» – это тоже очень популярная в Корее. Когда я тоже училась в России по обмену, тоже часто покупала и пользовалась. Крем-пенка для умывания. Это Hallyu, как знаете, корейская волна, но в Корее для косметики такое название мы не пользуемся. Сразу видно, что не внутри по Корее, а для экспорта тоже производили. О, есть коллаген пенка, еще алоэ пенка. Но алоэ уже меньше и меньше становится в Корее. 149 рублей, это очень дешево. Пенка, которой я пользуюсь, это тоже как минимум 12 долларов, 17-20 долларов. Ну, такой ценой очень-очень дешево. Я очень хочу заказать, что ай болит, это очень мило выглядит. Блин, это корейцам точно понравится. О, еще я нашла корейский флаг, луке или лук, я не знаю, как. Пасти для кожи вокруг глаз. Но, к сожалению, я не могу посмотреть, где производили, потому что не написано в картинке. Ну, очень мило. Сэнду, это тоже первый раз слышу. На корейском написано. Я думаю, это не очень понятно выглядит для корейцев. Потому что здесь на корейском написано код цветочек, а вдруг японский флаг. В Корее люди бы не покупали, потому что эта косметика не очень понятна японский или корейский. Еще некоторые люди как-то остро реагируют. Вот. Но здесь красиво написано код Олгультоно. Блин, честно говоря, я думаю, это более как северно-корейский стиль. Если один раз проверили у носителя корейского языка, то чуть-чуть бы по-другому написали, например, facial tone, 얼굴 tone, я никогда не слышала. Вот, 재생 및 박리 효과? 박리 효과, это... Вы знаете, что такое 박리? Очень сильно звучит. Обычно мы говорим ощелушение кожи, там убираем ощелушение кожи, коктейль тега, вот такое слово мы пользуемся. А пагли это только с процедурами можно делать. Например, лазерная процедура на русском языке расслоение. Операция, например, сердце, вот и вени есть, так? И это сломалось, это называется пагли. Это нормальные вени. Уже сломается, тогда вот такой шрам. И это называется пакли. Поэтому это немножко непонятно. На английском языке написано Regeneration Peeling Effect. Так, peeling это точно надо было написать коктейль тега. Регенерирующий и кислот с кислотами. О май гад. О май гад. Что это такое? Сэндо, что вы сделали? Извините, я не хочу открывать, просто я удивлялась. Здесь написано тоник활성화제. Это значит не тоник. Это не тонер на корейском. Значит, активирующее средство для того, сделать тоник. Поэтому это невозможно сказать, что это тонер или тоник. Вот. А, ну, это понятно, в России сделано, поэтому просто написали корейский язык. Мне интересно, в России очень популярно продается это на самом деле. Мэтту хёкава кюньон, это мэтту, это матрас. Так, мэтту правил хёка мы не пишем. Мэтту, матрас, хёка, эффект, кюньон, баланс. Матрас, эффект, баланс. Для тонера матовый эффект, это очень не... Понятно звучит.
Тонеры все равно для очистить и увлажнения. Это главные два эффекта тонера. Мои подписчики, если вы хотите сделать косметику на корейском языке или что-то хотите написать на корейском в косметике, обязательно спрашивайте, пожалуйста, у меня. Когда у меня спрашивают, я многим сделала название магазина и даже поправила корейский язык. Это бесплатно, конечно. Я это все помогу. Обязательно мне скажите. 68 рублей. Вау, сколько будет оригинальная цена? Без обида, простите. Вода, кофеин, бентайн, содиум, иди. Да, осторожно надо. Для очень чувствительной кожи и у кого аллергия, то надо быть осторожной. Я очень надеюсь, когда корейские заводы, они делают косметику для экспорта, например, для СНГ стран, тщательно проверили корейский язык. Это для них легко. Просто я получила и так сделаю. Это очень неответственно выглядит. Тогда я это попросила уже у моей подружки заказать мне некоторые косметики. И потом в следующем видео покажу вам и расскажу. Увидимся в следующем видео. Кстати, если вы уже пользовались такие косметики, тогда напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравилось. Тогда, аню, пока!